Итак, если у вас бесплатная автомойка или дома есть керхер, то вот так вот колесо на промах выглядит через месяц. И каретка полностью мертвая. То есть она просто без смазки и хрустит. Новая каретка на промах, новое колесо на промах. Человек убил за месяц, потому что он каждый день моет велик. Красавчик.